Доброго всем времени суток. Сегодня хочу показать свой неопознанный дикарь, который я уже купила взрослое растение. Купила в начале июля. И вот тут он у меня все эти дни гуляет на свежем воздухе. Горшок я прикопала, потому что ветер бывает у нас очень сильный здесь и может его просто перекатить. Вот он у меня был такой. Здесь была большая ветка. Я уже делала видео по этому растению. Было очень большие были шипы. Я шипы удалила. Здесь вот осталось три ветки. Одну попробовала сделать прививку за кору. Здесь притянила спонбондом, потому что у нас очень жаркие дни. Ну, как-то не очень мне нравится. Наверное, эта прививочка все-таки не приживется. Ничего страшного, еще будет у меня не одна возможность переделать ее. Вот еще две ветки, которые можно будет привить позже. Но сейчас так как жарко, и прививки тоже на солнце не очень хотят приживаться. А здесь вот, где было начало вот этого вот такого жировика, можно сказать, я сделала воздушную отводку. Там у меня грунт замотанный фольгой, чтобы тоже не перегревался грунт, чтобы образовывались корешки. Я потом сниму, и вот у меня вот такое вот растение на таком вот большом длинном штамбе. Здесь тоже делала пару прививочек, почкой делала. Вот. Кое-где уже почка прижилась. Я сняла обмотку, скоро уже пойдет в рост. Ну и сам он тоже очень красиво начал обрастать. У меня прямо рука дальше не поднимается перепрививать это все, срезать. Он такой классненький, такой хороший шарочек зелененький будет. Жалко, что это дикарь. Хотя это был укорененный черенок. Когда я пересаживала, я смотрела корневую. Это корневая не сеянца. Это укорененная черенка. И вот никак понять, кто он, не могу, потому что листья пахнут лимоном, а по виду и по крылаткам на лимон не похожи. Старые листья, это вот такие желтые, это старые, с которыми я покупала, так как он был в квартире, он не был привучен к прямому солнцу, то эти листья, конечно, вот подгорели, стали желтыми. А вот эти новенькие идут такие вот зелененькие, классненькие, пушистенькие становятся. Не знаю, наверное, я все-таки низ не буду пока трогать, перепрививать. Дам ему возможность навес, но, возможно, что-то он не покажет. Сам форма листа, ну, вот смотрите, форма листа, ну, такая заостренная. Больше кажется, что это апельсин. В то же время такие крылатки большие, но у апельсина как бы могут быть крылатки большие, но такие большие тоже вот шипы. Кто его знает, может и апельсин, но почему-то да, листья лимоном пахнут, апельсина листья лимоном не пахнут. Вот такая вот загадка природы, кто мы такие, неизвестно. Ну, вот сейчас отойду, покажу общий план. Вот такой он. Ой, красавчик. Классненький становится, обрастает. Вообще классненький, пушистенький, классненький. Листики молоденькие. Очень красивый. Так бы хотелось бы, чтобы он заплодоносил. Я бы его оставила бы. Эти вот прививки, пару штучек, которые почка сделала. Пускай бы были бы. А вот вниз, там тоже очень много вот скелетных веток таких. Хороших. Пускай бы были. Пускай бы плодоносил. Ну, такой, может, кого-то возникнут какие-то предположения. Буду очень рада выслушать. Пишите комментарии. Всем доброго дня. До свидания.